Областной суд смягчил приговор доктору Франкенштейну из Магнитогорска, которая делала пластику клиентам на дому. В колонии дама проведет на один год меньше. Апелляцию осужденная подала вместе со своим адвокатом. Назначенные изначально 5 лет колонии они посчитали слишком жестким наказанием. Сторона защиты попросила его смягчить, и суд пошел ей навстречу. Напомним, по версии следствия, врач-травматолог проводила нелегально на дому косметические процедуры. Причем медик не имеет квалификации, лицензии и вообще знаний об оказании подобных услуг. Следствием установлено, что свои услуги доктор Франкенштейн оказывала с июля по октябрь. Она мне в ответ сказала, что я вам предлагаю этого не делать, а сделать 2 небольших надрезика. Меня положила на кушетку, сделала уколы обезболивающие. Я чувствовала, что она там что-то режет. Вот. Потом она наложила повязки и заклеила их пластырем. Но когда я дома увидела, что там просто шок. А лицо потом зашила черными нитками и отправила клиентку домой. А вот кадры еще одной ее операции по удалению жира с живота. Сложное хирургическое вмешательство проводилось в домашних условиях и жуткой антисанитарии. Ты боишься? Вот. Больно. Уже говорит все, да, уже вторую не надо. Ну все, вторую тогда через 10 дней. Ты че? После такой сложной операции пациентка сразу поехала домой на общественном транспорте. И вот в колонии общего режима дама проведет не 5, а 4 года. Сумму компенсации морального вреда, которую она должна выплатить клиентам, оставили без изменений – 200 000 рублей.